Всем привет, дорогие друзья мои и подруги. С вами, как всегда, Алекс. Да, это значит наше новое путешествие по Элден Рингу. Значит, в прошлый раз мы нашли куклу Ренни. И сейчас пойдем. Пойдем посмотрим, что там, значит, у нас. Очень интересно, значит, что там происходит у нас на самом деле. Так, здесь мобы какие-то довольно непростые. Можно вот так вот. Кстати, я меч... До какого усовершенствовал я меч? А, до плюс 7, да. Клыки щейки, плюс 7 у меня. Так, там этот муравей. Значит, руины дворца Уль. Он кидается. Как вы видите, всякой фигней, значит. Так, а здесь вкусняхи лежат. Подожди, вкусняхи надо собрать. Нифига себе, просто как ураган бабочки. Здесь где-то что-то еще лежало, вот. Кузнечный камень 4. Но почему не мрака, а? Так, там еще что-то лежит. Он как-то низко сидит. А я не достану все равно, да? А не, достаю, достаю. Нормально. Нормально. На тебе. На тебе. Чтоб не кидался, значит, это первый мой такой. Из-за него, конечно, ни хера не дают. Не, кузнечный камень мрака 7. Дали. Это очень хорошо. Так, а ну брысь от меня. Брысь от меня, мобы, значит. Так, здесь еще призрачные ландыши есть. Хочется слезу, значит, прокачать. Шестой, это неплохо. Шестой, тоже неплохо. Слушай, неплохо, неплохо. Так, здесь что-то есть еще. Сейчас надо исследовать все. Руна жителей окраин. Я их собираю, потом, значит, опыт могу. Так, надо выпить, значит, снадобье. Тут, смотри, да, и пауки, то и сё. Давай посмотрим, что в этом проходе есть. Очень интересно, что здесь лежит. Возможно, не лежит, возможно, сидит, ждет. Я точно не знаю. Кто здесь? А, здесь еще призрачные ландыши и вот эти вот, да, у нас. Так, а что это за обрыв такой здесь? Так, обрыв какой-то туннель. Обрыв, туннель какой-то непонятный довольно мне. Это что такое? Так, не надо ничего взрывать мне. Они что, здесь вечно появляются? Я не могу понять, а? Сколько их здесь-то, а? Бля, а сильные-то, а? Сильненькие, конечно. Так, призрачный ландыш 7, это хорошо. Непонятно, куда идти только теперь. Куда идти мне? Вот в чем вопрос, значит. Либо туда в водопад прыгать, либо посмотреть, что здесь. Кстати, карта... А, карта есть здесь, да? Это что у нас за... Это река Анцель. Другая сторона, значит. И я здесь был разве уже? Что-то я не припомню. Но, возможно, значит... Так, вот отсюда я пришел, по-моему, да? А если вот сюда вот зайду и грохну тебя? Вот так, я туда, ну, наверное, туда надо идти, потому что прыгать в обрыв, что ли, или сюда можно пробежать еще? Вообще непонятно. Опа, здесь я не был, смотри, здесь цветочек какой-то, да? Что-то лежит. Мечевидный ключ! Ой-ой-ой, сколько вас много сразу, а? Чё за дела? Чё вы так, алё?
Откуда маленькие повылазили, значит, непонятно. Но сначала надо с ними разобраться, да? Большой не даст к себе подойти. Вот он опять это делает, да? Трихомудрию свою. Давай мы тебя грохнем, наверное, а? Ой, долго грохать его. Ой, безумие, чё за безумие? Чё за безумие меня схватило? Это что такое за безумие? Я думал, я сейчас откинусь здесь. Это просто безумие, значит, слышь, схватило меня. Так, значит, какое-то безумие меня схватило, непонятно. За что схватило, как схватило. Почему схватило? Призрачный ландыш 6. Хорошо. Не, мне кажется, мне туда не надо. Мне кажется, мне все-таки туда надо входить как-то и прыгать к этому водопаду. Но на самом деле непонятно. Опа, а здесь мобы, значит, засаду устроили, да? И призрачные ландыши есть. Елки-палки. Вот это я соберу их. 6-7, хорошо. Это очень радует на самом деле. Но, видать, мне сюда, потому что другого хода здесь нету. Получить материалы. Я думал, это так. Муравьиный камень. Да, но здесь только сюда вход. Кстати, у меня магия закончилась. Вот, бутылочки есть. Еще это хорошо. Получаем материалы. Вот что-то я думал, с одного раза уже они не этот, не работают, да? Ёб твою! Вот, все бутылочки пополнили. Это хорошо, это здорово. Это очень здорово так. Здесь опять два хода. На, держи вот так. Ого, нифига себе. Там, по-моему, кто-то сидит. Гораздо сильнее. Или сюда, или туда, значит, куда идти? Это прямо какой-то папа-муравей. Или так кажется? Нифига себе просто. Долбанул меня, значит. Фига себе, нифига себе. Так, Ренни меня уже, я не знаю, я просто. Основной поток реки, мне туда надо, да? Надеюсь, то большое чудовище не появится там опять. Если появится, пробегу, за него нихера не дают вообще. Не, его нету, значит. Призрачных ландышей, естественно, тоже нету, да? Мне бы следующую сохранялочку. Ой, на самом деле надо поднять себя, потому что, ну, очень много опыта там, значит, у меня. Ну, как много? По моим меркам это, ну, среднее. Терял я больше, но не хочу терять. Я хочу уровень сделать. Хочу сделать уровень, значит. Так, ты мне не нужен. За них тоже очень мало дают, я заметил, как и за муравьев. Есть такие мобы, за которых по 1000, по 2 дают. А вот этих можно фармить. Бля, да чё ты, чем ты меня поливаешь, а? Бля, ты пока замахнёшься, чувак, а чё ты бежишь? Я не могу понять, я бить нажал, он бежит, значит. Чё ты бежишь, чё с тобой происходит? Не успел бутылочку выпить, чтоб пополнились они, да? Так, но там большой какой-то муравей непонятный. Так. Давай, отойдем.
Вообще не попал, прикинь. Не попал, это как так-то? Да иди ты нафиг, я знаю, ты будешь там дышать. Выползай сюда, это какой-то, я не знаю, папа муравей, значит. Я подожду. А, он, значит, не идет, да? Иди ко мне, типа, говорит. Фига себе. Я даже не знаю, как у меня это вышло, но вышло. Слушай, жизни дохера у него было. Просто дофигища. Опа, это кто такой? Так, ты недобрый, да? Бля, что у меня в стену какие-то текстуры прячет? А, ты просто моб, да? Гравитационный камень мне дал? Фига себе, опять муравей этот. А, это тут, где я в прошлый раз был, наверное, да? Фига себе, подожди. Непонятно, значит, куда идти действительно здесь. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А я полагаю, я правильно иду. Так, здесь что-то лежит. Давайте посмотрим, что. Что это такое? Очень интересно. Камень мрака 6. Так, я по нему никак не попаду, наверное. Я даже не знаю. О, сундучок есть еще, да? Сундучок, это очень хорошо. О, сзади не видит он, да? Так, крыло Астели я взял. Нифига себе. Что-то хорошее. Так, и что дальше мне куда? Вниз не хочу, я карту смотрю, значит. Ну, это, похоже, та же река, типа, только с двух сторон что-то непонятное. Если сюда спрыгнуть, я до него достану, да? Но обратно я не заберусь, походу. И вот непонятно, куда идти-то. Но там была еще развилочка, значит, направо, куда я не ходил. Поэтому давайте там посмотрим. Если ничего не останется, значит, пойдем. Пойдем сюда тогда. Что делать? Здесь я не поднимусь. Мне надо сюда заскочить. Возможно, сюда только за ножом я пришел, не знаю. Но там, я точно знаю, я не все исследовал. Значит, пойдем туда. Так, пойдем туда. И здесь как-то темно, я не знаю, иногда бывает. Наверное, фонарик лучше включить. Мне так кажется. Вот так посимпатичнее должно быть. Должно быть посимпатичней. Куда идем мы? Так, мы оттуда пришли, да. И вот здесь вот, сюда мы не ходили. Как раз такая дверь, возможно, сюда и надо идти. Призрачный ландыш 6. Так, где дверь? Это где эта дверь? Вот она, значит, так. Ух ты! Нокстелла, вечный город. И вот не знаю, они так похожи, был ли я здесь или не был, но здесь есть сохранялочка, это хорошо. Это очень хорошо. Мне кажется, мы правильно идем. А я могу поговорить с маленькой Ренни? Что-то не получилось у меня.
Да ладно, ну что это такое? А, ты не из тех, кто быстро сдается. Или у тебя привычка заговаривать с кулаками? Что ж, ладно. Не думала, что кто-то узнает меня в этом облике. Но раз уж тайное стало явным, я тебя не отпущу. Теперь твой долг — оказать мне услугу. Уничтожь теней погибели, что бродят по этим землям. Из-за тебя имя Ренни Колдуньи покрыто позором. Предупреждаю, я не приму отказа. Нихера себе, а еще поговорить можно? Я поведаю тебе о днях, так, когда я была наземной. Из всех полубогов только я, Микела и Маления удостоились такого звания. Мы были избраны двумя пальцами, как преемники Марики. Одному из нас предстояло стать богом новой эры. Тогда то мне и пожаловался, пожаловали Блайда, воина, признанного служить мне. Но я воспротивилась. Я выкрала руну смерти, умертвила свое неземное тело и отвергла его. Я никогда не подчинюсь этому созданию. С тех пор между мной и двумя пальцами не утихает вражда. А тени погибели на службе. Так, я понял, еще можем поговорить. Я отреклась от двух пальцев. С тех пор между нами не утихает вражда. Убийцы на службе у двух пальцев. Так, ну это я слышал, все значит. Диалог окончился. Слушай, ну два пальца, и я не люблю два пальца, знаешь. Два пальца это такое дело. Лучше один, ну хороший. Так, значит, ладно. Сказочное все тут такое, да? Так, там я вообще ничего не вижу, да? Монахини. Пойдем, наверное, по лестнице надо идти. Фиг его знает, куда идти. Здесь тоже монахини эти, да? А, я тоже умею быстро двигаться. Опа, слышь, вышло. Опа. Опа. А? А? Чувствуешь, да? Она чувствует. Так, опа, сундучок. А, нет, сундучок не открывается. Нифига себе, может вот этот? Не понял. А, открыть, вот. Странно, а чё другие не... пластина из муравьиного черепа. Фига себе, это что? Чё они не открываются? В чём проблема, значит? В чём проблема, почему они не открываются? Так, вообще непонятно, значит. Пойдём дальше ещё. Тут высоко, конечно. Ой-ой-ой, это колобки... Фига себе, они что-то какие-то электрические, да? Они самоуничтожаются или что? Что? Или это я жахнул так? Офигеть. Ничего себе, ничего не скажешь. Ой-ой-ой, здесь их много. Ой, слушай, это не такие. По-моему, это не электрические. Но их толпа реально... Реально толпа, бля. Ага, это просто такие. Ой! Попался на один. Я не увидел просто того... Второго. Ну чё, давайте. Блин, больно. Да перестань бить, я говорю, беги, он бьет еще. Значит, какие-то команды запоздалые здесь есть немножко. Фига себе, какие-то сальто делаешь. Просто рубани его и все, больше от тебя ничего не требуется. Не надо делать мне сальто, мальто там. Так, здесь тоже не открываются, да? Получить материалы, значит, только могу. Но вот этот выглядит как-то по-другому.
Ага, значит, они выглядят по-другому как-то. Колокольная сфера призыва в ландыши. О, я тебя точно прокачаю, значит. Своих этих, значит, ребят. Однозначно. Что, нам еще выше идти или куда? Куда идти? Может, на балкончик сюда, а? Заглянуть, что здесь у нас? Здесь у нас офигеть какая пропасть, значит. Ну, можно побежать. Возможно, здесь что-то есть. Да, вот любят в таких закоулках в Elden Ring, значит, прятать что-то. Что здесь? Прах лучников, нифига себе. Очень умно здесь прятать прах лучников. Ну, я таким прахом, наверное, пользоваться не буду. У меня либо слеза, да, либо свой мечник-лучник. Рыжий гривы этот рыцарь, я его показывал, как достать, очень довольно. Не понял, какашка, ты как сюда упала-то, а? Как ты, откуда ты свалилась? Так, я вижу здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, я хотел просто посмотреть-то, а? Какой ты негодяй! А чё в сундуке? А по-любому открывается, по-любому какая-то бешеная фигня здесь будет. Кузнечный камень мрака 7. Все. И все. Мне бы вот как раз кузнечный камень мрака 8. Вот от 8 я бы не отказался. Руна, значит, руна. Руна, руна, и значит, ну. А хотя и 7 тоже надо. Я ж катану эту взял, да? Быструю, супер. Нагибато, значит, нагибатор. Катана, нагибатор. Опа, здесь. А здесь ключиком можно, да? Давай. Давай. Мечевидный ключ применили. Слышь, а я что, оттуда мог зайти или что? Что-то они стоят. Вы добрые или не? Нифига себе. Так вы злые. А этот стоит, как будто бы ни в чем не бывало, значит. Очень странный чувак, значит. Фига себе, я опять все фляги восполнил. Так, это сундуки, не? А, вот сундук, смотри, как он сливается просто с этой картины. И что здесь у нас? Так, куклы, ночной служанки и мечницы. Слушай, ну... довольно. Довольно неплохо. Больше ничего здесь нет? Довольно неплохо, значит, на самом деле. Куклы, служанки, мечницы. А, мне кажется, я мог и без мечевидного ключа сюда попасть, наверное. А ну, возможно, и нет. Не знаю, не буду спорить. Так, там я был, значит, там я был, да? То есть фиг его знает, куда мне надо, по большому счету. А, может, вот в ту церквушку или что там стоит? Там двери открыты уже. Ну ладно, мы пойдем. Пойдем, значит, своей дорогой, потихоньку будем исследовать все. Кстати, можно было бы булаву затестить, да, но... Но, увы. Ёб твою, ты что, дурной? Ты меня ждешь? Ай, точно меня ждет. Это камень, значит. Ой, с него что-то выпало, да? Слеза личинки выпала с камня. Это я могу характеристики там менять, я так понял. Так, а мы, в принципе, сюда и идем, да? Походу, к этой церквушке мы и двигаемся. В принципе, тут другого пути, наверное, нету. Но вот только сюда я хочу заглянуть, потому что я любопытный. Как-то слишком тихо здесь. Опа! Бляха-муха, так и знал, а? Алло, да хорош.
А, ты что, не умер еще? Бля, я думал уже все. Да елки-палки, я думал все уже с этим камнем. У него ж ХП не было нихера уже. Оказывается, у него 1% ХП был, да, и он покатился. Я уже думаю, бутылочку выпью, да в принципе все. Офигеть. Так, ладно, этих мобов буду пробегать тогда я. Ну что сделаешь? А, вот здесь меня убил мячик, да? Вот, убил его, а? Еще слеза личинки. А ты не влазишь сюда, да? Я как-то криво бью просто, а? Так, что в сундучке надо посмотреть? Кроме того, что звонят, еще, значит, тут по делам, значит, ну, тут и непростая ситуация такая у нас. Так, давай посмотрим, что здесь. Крупный призрачный ландыш. Это, по-моему, второй мой крупный призрачный ландыш. Уже золотой, да. Легендарный просто. Да, это второй. Первый был у секретного босса. Кстати, опять-таки на реке Ансель. Только с другой стороны. Если не видел видео, это обязательно посмотри. Там тоже есть крупный призрачный ландыш. Так, хорошо, но это не объясняет мне... А, мне вверх, наверное, надо, да. Откуда камень ехал, мне, наверное, туда надо. По дороге возьмем здесь что-то. Да, слушай, я бы не прыгал бы, если честно. Златоглазого, сколько она там, 1000 дает, 2. Ну, конечно, я их собираю все. Абсолютно. А вот здесь, слушай, непонятно. Ну ладно, начнем с этого здания. Опять-таки как-то очень тихо. Ага, вот уже не тихо, значит, да? Давайте взрывайтесь. Ну, опа, еще нападало. Смотри так. Надо смотреть, чтобы сзади не нападало еще. Что-то они не хотят как бы взрываться. Фига себе, вот теперь повзрываетесь, да? Опа, друг друга. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давайте быстрее. Нет, там какие-то меченосцы есть еще. Нифига себе, их падает. Падает и падает. Вы че, ребята? Вы че, ребята? Тут попал все-таки, да? Опа, камень приземлился. Он их сейчас всех передавит, да? Не, вообще куда-то не туда поехал. Вот он, когда надо, не выручает меня просто. О, кого-то задел. Давай, давай. По нулям, по нулям, по нулям, по нулям, по нулям. Давай, хорошо. Вот, хорошо пошло, а. Парочку остались, да? Вот, давай, давай. Да, да, дамажь их вот так. Давай, своей молнией взрывайся. Взрывайся, вонючий. Вонючий кусок какого-то говна, значит, так. Так, камень, ты мне здесь не нужен, походу, да? Я не знаю, что ты упал, застрял здесь. Вот. Отлично, так, за камень мы получаем слеза личинки снова. Офигеть, что здесь в сундуке? Я так и ждал, я просто ждал этого момента. Я ждал его. Кузнечный камень мрака 7. Так, ну 7 у меня есть, но здесь видно одни семерки. Так, и еще дальше идем. А, получается, мы там не бегали, да? Нет, давай, значит, туда заглянем. По-быстрому. Получить материалы? А что здесь за материалы? Я что-то не понял. А, оболочка серебряной слезы, ну, фигня, а не материалы. Я не знаю, для чего она. Если ты знаешь, напиши мне. Возможно, как-то принять ее и понять можно. Вот здесь я сюда не ходил. Ну, в принципе, здесь хотел сказать, ничего нету, но нет, здесь есть. Здесь есть. Я здесь открыть могу? Нет, я не могу здесь ничего открыть.
Но все-таки. Все-таки мы проверим. Мы все проверим. Так, ну я думаю, сюда сходить можно. Вдруг здесь что-то лежит. Нифига здесь не лежит, ты прикинь. Мы могли бы положить хотя бы в щелочку что-то, чтобы приятно было бегать, значит. Раскрывать всякие тайны здесь. Так, хорошо, нам вход только наверх, походу, да? У меня 9 флях, в принципе, немного маны есть. Но вот ману я бы, наверное, все-таки... Ну, пополню, да, немножко маны. Вот, а еще чудесное снадобье есть. Кстати, ребятам, значит, мои товарищи, мои зрители, мои друзья писали мне, покажи, какой руной пользуешься. Я обязательно это сделаю. Точнее, начну обязательно пользоваться ей, да? Активирую ее, камень мрака 6, тоже неплохо. У меня будет какой-то новый меч. Так, ну здесь выглядит просто зловеще как-то. Очень сильно. А здесь пусто. Я не верю, что они только по центру стоят. Это что было? Мимики. 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 Ми-м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 и
Ух, бля, злые какие, вдвоем, а? Дайте пройти мне. Что происходит сразу, а? Я не ожидал такой агрессии. А чего вы сюда не идете? А, кстати, я могу своего мимика здесь, не? Возможно, могу, но... Может, маны не хватает, не? Не, нифига не могу. Значит, они только своих здесь могут, да? Так, от магии защищен, давай. Не такие сильные, но бьют сильно, вообще безумно сильно, а? Так, и вот там еще кто-то есть. Здесь есть ведьма эта, да? Бля, с плеткой какой-то. Чё ты не повернёшься, алё? Бля, меня это раздражает, он... Так, я пополнил часть бутылочек, я вижу. Так, перчатки монаха Нокса. А зачем мне перчатки монаха Нокса, интересно? Так, это последний сундук, наверное. Выше идти некуда. Да, здесь что-то легендарное. Луна Накстеллы лежит. И чё? И чё? Так, давайте почитаем. Где-то луна Накстеллы, значит. Луна Накстеллы. Я не вижу ее здесь. Возможно, где-то... О, я еще кого-то взял, да? Куклы ночной служанки и мечницы. Значит, так. Ну, это неплохо. Два золотых этих. Да, луна Накстеллы. Вот она, великая руна нерожденных есть. Применить, не применить, значит, так. Это все понятно. Это мое чудесное снадобье. Здесь, кстати, что-то новое появилось. Я не смотрел. Снадобье снимает проклятие повелителя крови. Так себе. При добавлении снадобья вызывает взрыв смеси какой-то. Так, здесь у нас вроде все по-старому. Так, здесь у нас вроде тоже все по-старому. Здесь у нас не по-старому, но этим я мало пользуюсь. Так, ну и здесь плетка, ну здесь есть у нас, вот она. Текучий молот Нокса, значит. Так, только что перчатки Нокса нашли. Ну и чё? Чё, где, что, где? Где? Видать, квестовый какой-то предмет, и почитать ничего не могу я пока. Так, чё у нас по снаряжению здесь, да? А непонятно, значит, что у нас здесь?
Какие-то амулеты. Я уже забыл, какие амулеты. И зачем они нужны? И куда идти теперь мне? Вопрос. Вопрос, наверное, все, типа, да? Амулет забрал я. Ну, я не вижу, куда еще можно двигаться, конечно. Но и здесь я не вижу ничего больше. А, подожди, вот. Может, здесь что-то есть? Непонятно на самом деле. Никакого тебе портала, значит, ничего нету. Куда идти, непонятно. Возможно, теперь к тому муравью возвращаться, что ли? Абсолютно не ясно. Но, по крайней мере, мы нашли, значит. Однозначно нашли. Это самая верхняя башня, выше. Не, она не выше, значит. Выше нету уже просто. Возможно, внизу сейчас поищем быстро что-нибудь. Возможно, да, но до низ надо добежать теперь. Или подожди, а что добегать? Мне ж, в принципе, да, вот. Вот сюда можно переместиться, в принципе, да, и никуда добегать не надо. Побегаем по низу, да? Не, подожди. Это тут, где босс был секретный. А как я так переместился-то, а? Как я так переместился сюда, на эту реку сразу? Поверхность. Подземелье. Безымянный вечный город. А ну давай сюда отправимся. Я что-то не понял, что я на эту реку переместился. Здесь босс, значит, был. Так, здесь мы горнила, значит, брали, да? Да. Это не то подземелье. Вечный город, так. Основной поток реки. А, здесь карты нету, наверное. Мы карту не нашли, значит, да? Так, да, мы не нашли карту, значит, да? Нам надо на поверхность. Ну что ж, на поверхность, так на поверхность, значит. Что я буду, значит, этот... убеждать. Пойдем в замок, значит. У меня есть удвоение этого. Ренни непонятно где, да? Ренни потом в башне у нас. Мне надо к этим ведьмочкам... А потом посмотреть, есть ли Ренни там в башне еще в той, в другой. Так, тут не ведьмочки, стой. Я постоянно здесь блужусь, значит. Тут пооткрывал еще... А, вот. Это вы, не вы? Подожди, это не вы. Там одна ведьмочка. А вот здесь сидит такой типочек еще у меня. Не тревожить меня, значит. Просил, но я с ним еще не разбирался, ничего не делал. Биться здесь пока нельзя. Поэтому я его просьбу выполнил, я его не тревожу, как бы. А я не знаю, как он открылся, чего он открылся. Мне просто это сказало, что вот он. Вот он, значит. Так, по-моему, здесь. Здесь обнимашечки, значит, так. Здесь обнимашечки. Я в этом замке постоянно. Постоянно путаюсь немножко. А, вот этот палец, да, здесь удваивают это точно. Так, давай, в чем дело? Так, получить силу из воспоминания. Ой, у меня этой три аж, да? А как я так три сделал? Так, корианский королевский скипетр. Вот эту надо сделать еще, да? А, не, не надо, все. Ну и здесь я не могу получить два, да? Фигово, значит, ладно. Купить. А что у тебя купить можно? А, ну, Радагана, значит, это что такое? Лунная корона королевы. Фигня всякая продается, значит. Теперь ступай. Да, да, да. Я вступлю, значит, обязательно. Значит, так, снаряжение. Что мы купили? Во-первых, меч какой-то купили, да? Кинжал, кинжал. Нет, было все у меня. Гаргульи, значит...
А, вот, крыло, крыло Астеля мы же нашли, да. Довольно неплохой. Как выглядит? Фига себе. А, выглядит как крыло прямо. Надо будет потом протестировать, как они бьются, да, потому что они не улучшены. Так, это клык Ищейки. Длинный клык, лунная вуаль. Гаргулья, значит, так, ну непонятно. Вот это тоже очень, очень мне нравится. Очень, она так растягивается прикольно просто. Так, не вижу я ничего здесь такого, значит, может что-то и взял, да, но... Железный тесак, но ходить с ним как бы я не знаю даже. Я не знаю, вот мне вот с этим еще прикольно походить. И значит с другими прикольно походить. Также клык Ищейки для меня прикольно, потому что дамажит хорошо. Все хорошо, значит, ну а с этим ходить я не знаю как. Изменить его одежду, скоротать, да ничего, уйти. Значит, ребята, с вами был как всегда Алекс. Увидимся уже совсем скоро в новом приключении Elden Ring. Пока-пока. До скорого!